мои дорогие, ребятки, я сегодня выбежала с работы, гляньте, мокрая как хлющ, и сегодня случайно нахожусь в центре. Ну, думаю, протащу-ка я вам по витринкам посмотреть, по бутичкам, и вообще-то, что мы найдем здесь? Мы сегодня на улице бутиков, девчонки, гляньте, а? Смотрите, бутички, а? В моде, видели, какие сумочки у нас, а? Честно говоря, тут такие все платюшечки для девочек, а? Здесь у нас бутик Мартина, а? Заценяйте. Вот какие прикиды у нас, а? Вы видели? Угу. Сумеечки. Вот еще один такой рядышком бутичок тоже. Кстати, вот этот прикидик, ничего себе так, да, зелененький. Фисташковый, девочки. Здесь у нас Пунто Рома, девчонки, тоже такие вот цветные прикиды. Вот, сдалека вам покажу. Вот такой вот платьюшка, смотрите, 69. И вот такой вот прикид, маечка 19 и штаны 39. И поясочек 15, вон, видели, да? Вот такое цветное. А здесь тоже, смотрите, я заходить не буду, честно, бы я в одежде такой. Вот такие тоже, гляньте, прикидики. Вот такие босоножечки яркие. Такое платьюшко, девчонки, 75 евро стоит, да. И вот такое простенькое, все на веревочках, девочки, все на веревочках. И такое вот на веревочках у нас стоит 45 евро. И вот такая вот бижутерия прикольная, смотрите. Видели, да? Ну, кроссовочки, конечно, улетные, чьи босоножечки. Также у нас здесь улица париков, девчонки, смотрите. Парики, как и хоша. Кто хочет переодеться, конечно, очень оригинальная. Вон, смотрите, беленькие. Видели, да? Прикольные парички, прикольные. Со стрижечки. Стрижечки, да, вот интересненькие. Вот эти вот, смотрите. Вон, да? Как вроде бы натуральные, да, волосы. И что у нас здесь? И вот такие очень-очень натуральные цвета. Вот это у нас центр здесь. Ну, где очень много магазинов, бутиков, девочки. Так что мы сейчас промерклемся так по витринкам. Такой у нас тоже бутичок здесь бижутерии. Вот, смотрите, девочки, вот сегодня я вам смогу показать бижутерию. Вот, смотрите, какая оригинальная. Вы видели? Не спеша. Красивая, правда? Вот эти ракушечками прикольные. Кстати, цены заценяйте, вон, видели, да? Вот эти ракушечками 70 евро стоят. Это, наверное, золото, правда? Хотя бижутерия хорошая, она всегда очень дорогая. Начиная самое минимум 52-48, вы видите, да, цены? И вот такие вот браслетики к нему 48-55. Нет? Ну, чем вам не хуже золота? Вот здесь тоже мамухи. А здесь все такое молодежное, цветное, гляньте, а. Вот, честно говоря, вот ненавижу на женщинах вот такие вот комбинезоны. Когда у них пузо, это ужас какой-то. Здесь у нас магазинчик Троты. Сейчас посмотрим обувь. А ну-ка, что у нас здесь интересного, девочки? Шляпочки и босоножечки. Заценяем. Ну, вы видели, здесь такое вот именно испанская обувь. Вы видели, да? В стиле вот такое вязаное, плетеное. Оно, кстати, здесь очень-очень в моде. Вот такой вот стиль. Вот типичные босоножки. Ну, цены наверняка вам видно, да? И сандалии, и веерочки, и всего, чего хотите. Вот такая улочка здесь приятная, гляньте. Столики стоят, гляньте, такой ретро, да? Прямо мотоцикл Веспа. По старинке, правда? Вы знаете, иногда бывает спешу и вот не обращаю внимания. А какие же они красивые, а? Такой у нас еще бутичок Лала. Здесь всегда очень так насыщенные цвета. И всегда такое все цветное на витринах. Вот смотрите, да? Очень оригинальное. Ну, кому нравятся такие стили. И тоже вот такая вот нежненькая бижутерия. Постоянно, девочки, постоянно продается бижутерия. А люстра, засекайте, какая люстра. Как она мне нравится. Я все время проходила на нее, смотрела. Такое, гляньте, голубое, цветочное такое, все красивое. Кому нравится именно цветочное, все такое цветное, яркое, здесь, конечно, вы найдете 100 пудов по себе, по этому самому. И смотрите, опять же, бижутерия. Посмотрите, какая у нас улица здесь шикарная, шикарная. А вот здесь у нас комиссионы собрера, УХТ, которые защищают права рабочих. Хер они защищают. Короче, судилась я здесь, так что не судилась, но заяву писала.
Так что не очень они так защищают права наших рабочих. Ну давайте дальше. И вот сегодня посмотрим какие-то новые улицы, походим по городу с вами немного. Немного, потому что я уже иду позже. И я сегодня хочу зайти в один магазинчик, когда я бежала на работку, я увидела, вон девочки видели, да, которые танцуют. Вот, сейчас я вам покажу витринку, кстати. Кстати, шляпочки, девочки, шляпочки, помните, я вам говорила на свадьбу? Ну, в принципе, не на вечера какие-то, вот, видели, да, вот такие вот шляпулечки. Красивейшая, вот смотрите, какая оригинальная, а? Не знаю, видно вам или нет, а бижутерия, вот такие сумочки, вот пока вы скупитесь, на свадьбочку такие, гляньте, такие сумяшки, вот именно принадлежности для свадьбы, видели, да, какая же красота, а вот смотрите, ой, какая шляпка, какая нежненькая, правда, а вот сейчас покажу бижутерию вам. Вот. И вот сразу наверняка у вас здесь, смотрите, видно наверняка и цены, правда? Не могу сказать, что бижутерия очень дешевая. Видели, 60. Вот такие вот. Я даже не могу сказать, что это. Серебро? Нет, да не серебро, вроде бы нет. А вот, смотрите, это точно уже наверняка серебро. Вот эти такие оригинальные, правда? А вот эти вот кругленькие, гляньте. Ой, какая прелесть. Милашки, милашки, а? Цены здесь, честно говоря, не вижу я цен. И вон такое тоже бижутерия под золото. Оригинально. А вот эти вот зеленые мне понравились, смотрите, правда? И сзади них тоже. Видите, на ручку тоже очень прикольный браслетик. И вот такие вот, смотрите, наборчики и сережечки. Мне кажется, эта бижутерия украсит ваше платье. Или ваш наряд вообще-то очень даже оригинально. Мне нравится, честно говоря, белое. А вон, смотрите, какой набор прикольный. Цветной-цветной, а? Какая же красота. Милота, милота. Или вот эти вот для... Ну, а здесь уже точно для невесты. Для невесты и до свадьбы все принадлежности. Я намерила одну платьюха, но, честно говоря, так спешила на работу, боялась опоздать, потому что шла сегодня в новое место первый раз. И вылетела, не купила. Смотрите, какой катедраль красивый, а? Красивейший. Хотела зайти в этот магазинчик. Вот здесь я смотрела платьюшки. Кстати, очень хорошие оценки здесь постоянно, девочки. Вы гляньте, легенькая платьюшка для дома. И, кстати, качество, качество. Это магазин за 5 евро. Ну, в принципе, такое нет. Ну, а пижамки, гляньте, за 4 евро всего лишь. Вот смотрите, платьюшек сколько здесь. Сколько здесь платьюшек. Я намеряла вот это голубое. Смотрите, длинное. Но девчонки мне посоветовали взять вот такое вот, потому что я и сегодня намеряла целую кучу. Хотя вот это тоже сейчас я... Ой, блин, упала, сейчас подберу. Вот такое вот тоже, коричневое, оригинальное. Ну, короче, сейчас буду опять намерять. И вот такое зеленое. Но зеленое, знаете, в чем плохо? Вот эта вот фигнюшечка, она очень мелкая и давит под горло. Ткань холодная, классная. И вот такое, 7 евро, представьте, гляньте, какое оригинальное. Кстати, вот это черное, оно какое-то черное, да? Мне тоже нравится. Вот эти вот 9 евро, классная ткань тоже. Но вы знаете что? Под горло очень сильно жмет, хотя ткань мне очень нравится. Рисунок, правда, прикольный? И вот такое тоже. Вот такое женщина мерила. Очень оригинальная, девочки, но под шею. Я не знаю, что там можно придумать. Просто дело в том, что если перешить, то зачем? Она просто будет сататься, эта ткань. Смотрите, голубое, да? Вот это мне больше всего понравилось. Голубое. Вот такое вот зеленое, смотрите. Боже, я не могу здесь. Какое под ногами. Мне нравится вот эта расцветка. И мне идет она, но этот выкат у меня выбешивает. Смотрите, вот такой вот фасончик. Видели? В клеточку. Но не длинная. Вот это мне тоже очень понравилось. Девочки, простите, что снимаю таким образом. Ну, наверное, вот это я и возьму. Мне попривозили одежду. Вот такие штанишки, гляньте. Женские платья. Смотрите, сейчас я вам покажу. Вот здесь как мухи налетели все резко. Вот такие расцветки. Не дают снимать, не дают. Вот, смотрите. Разных расцветок. Ткань, ткань. Вот самое классное, что ткань. Очень приятная. И пижамки за 7 евро. Вообще дотрагиваться прям одна прелесть. Я хочу сейчас маме взять.
постельная, смотрите, обалденно, тоже уценки. Но здесь уже настоящая ткань, классная ткань. Я здесь постоянно покупал все, что мне нравится. Расцветок очень много. Гляньте, за 15 евро это балдеж. Купилась! Сейчас я вам покажу тоже витринку. Вот здесь, смотрите, обуви тоже. Нас сегодня с вами, гляньте, проход. Но здесь, честно говоря, качественная обувь, кожаная. Но и цены, как заметьте, да, я не знаю, видно вам или нет. На широкие ножки, уже на женщин. Женская мода. Вот сейчас я поближе покажу вам. Ну и, конечно же, смотрите цены. Видели, да? Широкие кроссовочки, которых очень тяжело найти. А здесь вот именно на широкую ножку для женщин. Ну и, конечно, что-то понаряднее. Видели, такончик, ну, такой каблучок. Довольно-таки низенький и удобный. Ну, а вот здесь, смотрите, 70 евро, видели, да? Здесь уже, конечно, подороже. Ну, на наши возраста, может быть. Но я, в принципе, честно говоря, такой каблук уже не одену. Ну, вот такие вот моделечки. Но там уже такое все праздничное. Кстати, вот эти вот очень элегантные, да? Вы видели, что входит опять в моду носочек? 70 евро. Такие подойдут, короче, под все, правда? Здесь у нас Булгари. Смотрите, девчонки, тоже очечки. Кстати, еще более-менее, правда? Вот такие черненькие, прикольные. Хотя здесь много. Вот эти тоже мне понравились. Не знаю, как они будут в реальности смотреться. Дживенши. Дживенши. Это очечки, видели, да, с насадочками. Одевайте для разных цветов. Насадки к ним, 3 насадки. Боже, людей сегодня вечером. Как я давно не выходила в этот кипиш, а? Ну, в принципе, погодка и правда для прогулок. Смотрите, какая красивая наша центральная улица здесь для прогулок, а? Сколько людей гуляют! Гляньте, как цветет красиво это дерево, а? Как же здесь прохладненько, ребятки. Как я довольна, что я, говорится, хоть немножко себе уделила, как говорится, и потратилась чуть-чуточку. И, конечно, купила тоже маме. Но сейчас приду, вам покажу все. Как всегда, то, что заработала, то и потратила. Здесь прохладненько сейчас, вечерочком. Какая благодать. Кто со мной покупается? Наш фонтанчик, а? Я думала, сейчас подойду, посмотрю, какие же цветочки вокруг посаженные летом. А их никаких нет. Абсолютно. Всегда по бокам здесь садят каждый, как говорится, весна, лето, осень. Разные цветы. А сейчас ничего нет. Как странно. Ну, хоть можно пофоткаться. Ребята, если честно говоря, когда идешь рядышком, да, брызгочки в морду тебе, ну, не очень приятно. А сейчас прям вообще балдею. А ночное освещение, когда включает, вообще красотень. Боже, бедные птички, они там откупываются все. Сегодня, гляньте, фонтан включен по полной программе. Начистили его. Ай, бедненький, водичку пьет, а. Ребята, я вам клянусь, я хожу как русу-туристу. На меня все смотрят, думают, боже, что она тут красивого смотрит, правда? Русу-туристу, публику муралисы, как они там говорили. Как раз это время, когда родители выводят детей. Ну, где-то 12 до часу выносят, чтобы они погуляли, когда вот именно жара спадает. И вот смотрите, город прямо оживает, а. Мама меня послала за батарейками. Представьте, да? Зашла я только что в Чиновский. Ла-ла-ла-ла-ла. Кое-что еще купила. Девочки, сейчас все покажу. Гляньте, какое прикольное здание, да? Такие балкончики пустые сверху сделаны. И, кстати, внизу Састри. Вот я постоянно там покупала вещи. Мне очень нравится этот магазин. Такой красивым магазинчиком мы заканчиваем наш, говорится, поход сегодня по бутикам. Боже, какой красивый зонтик, а? Здесь именно все чисто такое испанское, гляньте, а? Украшения, ой, магазинчик обалденный, гляньте. Какая красота, а сумочка какая, смотрите, 65 евро, видно, да? С кожи сделано, видно, и украшения, гляньте, и платьюшки, гляньте, севиянос. О, а вот смотрите, джинсовая. Не, ну честно, всего мне больше всего понравилось, конечно, этот зонтик, обалдеть, правда? И распаковочка, ну наконец-то, а? Наконец-то распаковочки. Сейчас покажем, а? Дорого смотреть, правда? Хе-хе. Ну а чё, правильно, гляньте, какая красивая женщина, а? А то все в пижамах, да, гляньте. А ты секси с рюшами, а?
Девочки, а теперь я. Ну как я вам? Смотрите. С распорешечками, а? Вот так вот вам. А теперь еще одну. Вот это. Все-таки я выбрала вот это платьечко. Гляньте. О такой степени расклешоночка. Самое прикольное, что ткань, девочки, ее не надо гладить. На! И она холодная, холодная ткань. Ну и сейчас покажу, конечно, чей. В чем вы меня будете видеть довольно-таки часто. Честно говоря, я сегодня хотела другую, но это мне очень понравилось, смотрите. Вот такая тоже, как у мамы. Обыкновенная. Но я хотела шортиками коротенькие. 4 евро, представьте, да? Мамина пижама то же самое. Обалдеть! И, конечно же, слабая артиллерия. Вот такая, гляньте, евро 50. Девочки, я, честно говоря, даже в Меркаду не нашла вот такие вот ажурные, классные. И вот такие вот, смотрите. Обыкновенные, черные и бежевые на каждый день. Обалдеть, так что. Мы все при обновках. Мама уже сидит в пижаме новой, как говорится. И, гляньте, потеет, бедно. Жарко, до такой степени жарко. Единственное, что мне еще надо, это постричься. Моя Оксаночка в отпуске, так что я не знаю, что я буду делать. Ой, девочки, представьте, я опять иду к новому парикмахеру. Это будет цирк. Мама обрезает бантики. Бантики можно куда-то применить. И правда, шелковые, атласные, гляньте, атласная лента замотана пижама. Не так уже и плохо, правда? Девочки, голосуйте, кому лучше. Гляньте, гляньте, я дала, говорю, давай помири, возьми, глянь. Ну смотри, а. Ну красивая девочка. Ну короче, забираешь себе. Как колы? Куди? Куди? У мене собака. На свидание. А, він каже, я сидю на лавочці, високий такий, я його не можу дійсно заповнити. Він тільки говорить, аля, аля. Видели, уже женихи у женщины есть, девочки, а? Без языка. Здорово. А вот, Денис, платье так вообще все твои. Так, конечно.